Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимат. И мы сегодня продолжаем играть в Angry Birds Chrome. Короче говоря, я узнал, проверил вот тем способом, которым можно запустить вот эту игру Angry Birds Chrome. После первого запуска, когда первый раз запускаешь, интернет нужен, а вот если уже один раз поиграл, то можно без интернета играть, причем во все любые эпизоды. Но я играю сейчас с интернетом, все равно, но я выключить его не могу. Не буду выключать. Можно без интернета играть, серьезно. Сегодня мы будем играть в эпизод Mighty Hawks. И, во-первых, мне нужно кое-что посмотреть. Ой, нет. Я забыл совсем. Надо посмотреть, на каких уровнях спрятаны значки Chrome. Ну что, на одном из них-то я помню. Сейчас, секунду. Посмотрим сейчас. Да, блин, что-то тормозит. Ага, на трех уровнях они есть. Они есть на трех уровнях. Свиньи опять, короче, стрели яйца и поставили муляжи вместо себя. Блин, извините. У меня нос еще хуже стал. Возможно, я простыл, блин. Заставили, блин, в спортзал на 40-градусном морозе тащиться. Да, блин, я с первого раза хочу завалить это. Блин, извините, ну вот серьезно. Может, у меня коронавирус, конечно, но это вряд ли. Да, блин, не надо. Это возможность первого раза пройти, ну давай же, пройди. Может лучше в ту конструкцию попасть сверху. Не, это хуже только делает. Извините, извините, извините. Да ну что ты, ё-моё, а? Ну это возможность первого раза пройти, я же проходил. Ладно, хрен с ним. Добьем уже. Да блин. Нет, я с первого раза хочу пройти. С первой птицы. Ни в коем случае не с третьей. Блин, почти получилось же, а. Да что ты будешь делать, а? Да ну как же так, а? Кстати, знаете, что я заметил? Вот в Android-версии Angry Birds, обычной, там, наверное, возможно, какие-то изменения физики претерпели, и это в худшую сторону пошло. Некоторые уровни с золотыми яйцами, например. Золотое яйцо, которое получается, когда заходишь в меню подсказки, там Матильды берешь золотое яйцо. Этот уровень непроходим обычным способом теперь в Android-версии. Там чуть-чуть измененная физика и стала. И в итоге это стало пройти просто невозможно. Только с помощью этих пауэрапов пройти можно. Обычным способом теперь не пройдешь. Не знаю,
Вообще следили ли за этим разработчики или нет? Да блин, добью уже. Да блин, даже с третьего раза не могу добить. Вообще легкий уровень, а я не могу пройти его. Да блин, ну почти же никак не с первого раза не получается. О, окей, окей. А как я этих сразу двоих? Блин. Сложно, 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 сложно. Становится. Понятное дело, этот эпизод сложнее будет. Второй. Последний удар, надеюсь, он получится удачным. Да, да. Не совсем так, как я планировал, но получилось все-таки. О, а вот и первый этот логотипчик. Взять его. Так, логотип взяли, теперь давайте вот этих вот. Объем. На каком следующем уровне у нас будет логотип? На 13-м. На 13-м. Окей. До 13-го нам еще далеко. Вот этот уровень сложный достаточно. Ну и, наверное, добьем их уже. В этот раз легко получилось. А вот и нет, я ошибся. Один гад остался жив, блин. Вечно вот один кто-то жив остается. Это у нас традиция уже такая, бля. Блин, ну вот неудачно постоянно получается. Так, ну и как мы попадем туда теперь? Эх, не попадем. Слишком далеко.
Да блин. Какой сложный уровень, а? Конец-то. Ай, ужас просто у меня. Ай. Ну что, я простудился. Ну, поперли, блин. Спортзал. 40-градусный мороз заставляют идти. Неважно, насрать, какая погода же. Но в зал надо сходить обязательно, при любом раскладе, даже если там 40 градусов мороза, блин. Вот на этом уровне. Вот в этом месте золотое яичко было. В оригинальной Angry Birds. То есть, но в этой игре нет золотых яиц, поэтому его тут нет. Жалко, динамит не взорвался. Ну, пофигу. Мы же все равно выиграли. Да, еще с той стороны бы так же точно сделать. Эх, не получилось. Ну, ничего, сейчас получится. Бай. Окей. Блин, вот только как вот этого вот замочить, я не знаю. А может и можно. Да блин, да как добраться, если тут все в стекле? Динамита не доберешься никак. Да блин. Да ну. Да ну блин. Окей. Промахнулся вообще. Ну, это бесполезно вообще. Опять все стеклом загорожено. Теперь в динамит не попадешь. Сейчас попадет. Невозможно таким способом. Надо сбоку взрывать, иначе никак. Ну и надо теперь... Да блин! Куда ж ты? Ну мы красную птицу не пробьем.
Эс. Я что-то и не знал, что колеса могут вот так друг в друга зайти. Ну это, наверное, глюк какой-то произошел сейчас. Но. Это глюк какой-то был. Что с колесами-то, алё? Но. Уровень когда закончится? Наконец. Наконец-то. Я ж думал, он никогда не кончится из-за этого глюка. Да какой уровень у нас? 10-й. Еще через этот, потом следующий, следующий. И нас потом на том уровне будет еще один логотип. Да блин. Этот уровень уже будет интересный. Хотя кто его знает. Да нет, довольно легкий уровень получился. Какой-то 12. А разве не на этом? Нет, не на этом. Я просто припоминаю, вроде бы, где находился логотип. Так, вот на следующем уровне будет логотип. Судя по данным из фандом Вики, который я прочитал. Вон он. Вообще. Вообще в идеальном месте его положили. Ну, надо, конечно, хорошо прицелиться, чтобы до него добраться. Отлично, отлично. Логотип взяли. Следующий этот значок будет на следующей локации на 5-м уровне. Судя по тому, что я прочитал. Всего на этом эпизоде их 3. Здесь надо сначала туда, а потом сюда надо, чтобы пройти уровень. Ну и как каким-то образом осталось попасть туда. И у нас получилось. Никогда уровень этот с первого раза не проходил, в этот раз получилось. Так, 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 так. Вот это уже будет поинтереснее. Наверное. Не очень удачно я сейчас попал. Thank you.
Ох, повезло сейчас. Вот только как я через стекло-то попаду? Понятное дело, что никак. Ладно, попробуем так выстрелить, может попадем куда-нибудь. Да не, никуда мы. Блин, не попадем. Только что казалось супер, блин, сложным. Теперь уже проходится на раз-два. Так, а как тут? Чё не так-то с этой игрой? Да, ну это эффекта нам не даст никакого. Да, блин. Ай, господи, это же ужас просто. Да, ну, конечно. Надо сверху, походу, стрелять. Снизу не надо. Окей. Да ну ё-моё, а. О, отлично, отлично, блин. Это у нас что? 17. Вот, давай.
Блин, да как взорвать-то его, а? Ничего, сейчас взорвем. Двадцать шесть минут прошло всего, блин, а я думал, что гораздо больше. Я думал, что минут 40 прошло уже. Но нет. На удивление. А вот могучий орел мог бы помочь на некоторых уровнях, но его нужно купить, а купить его нет никакой возможности. Теперь. Ну да, сразу двоих мы не убьем. Ну как же так, а? Ну давай, блин. Больше птиц на этот уровень. Синяя троица не может пробить дерево. А уж про камень так и говорить нечего. Как же так, а? Ну давай же. Ты вообще урон не наносит дереву почти. Какой красный этот Ред не может еще через стекло тоже пройти. Как всегда, кто-то один остается. Писта. Конечно, так не хотел, но ладно. Это было реально круто, но, к сожалению, толку не дало. Да ну... Один остается, блин. Как это пробить? Как это пробить? Объясните мне, блин.
опять не туда. Один останется, один обязательно останется. Почти получилось же, а? Дрочильник, да. Давай, наконец-то, блин. Ох, сколько мы минут на этот уровень потратили? 5 как минимум. Нет, больше. 10. Ну не 10. А может и 10. 10, наверное. Не получится взорвать этих, конечно. Может сверху выстрелить, блин. Как это все разрушить, а? Вот чат тут вообще бесполезен, он не пробивает камни же. Тут есть дерево, но оно под камнями все.
камеру-то двигаешь, балбес. Ну блин, но да, вот до этого не доберешься никаким способом. Если его только не взорвать вначале, наверное. Бесполезно. Ну чак тут бесполезен совершенно. Желтая птица, блин. От него нет толку. Он не пробивает же камни. Наконец-то, блин. Я уж думал, не пробью эти никогда. О, последний, наконец-то. Это на первой локации, только последний, блин. От нас еще ждет вторая. Лучше на самом деле вот эту вот конструкцию всю прям сталкивать. Да блин. Этот король свиней муляжом на самом деле был. Ну, эту ночь обещают быть долго. Вторая локация сложнее намного. Надо сразу троих, чтобы развести. На пятом уровне будет еще один этот значок, который надо взять. Что 40 минут пройдет, еще 5, еще 40, наверное. Может, я, конечно, что-то обрезать буду, а может и нет. Попадание вот в эти блоки это бесполезно. Абсолютно.
Да блин. Его зажимает, и он остается жив, и до него не доберешься никаким способом. Как попасть к тому усатому, блин? Если его заваливает грудой камней. Ну, а это пользы не дало почти. Только третий уровень. Я уже не могу пройти его. Да, это действительно, это одна из тех игр, от которой нервы взорвутся. Чё конструкция-то не падает? Был бы здесь, было бы нормально. Уровень было бы легко пройти, но этот, с этим очень повозиться придется. Еще вот эта вот конструкция мешает сильно, я не попаду из-за нее никогда. Да,
О, другое дело. Да ну блин, ну вообще бесполезно. Надо как-то сделать так, чтобы попасть по вот этим двоим свиньям. А, вон еще один логотипчик. Сейчас достанем его. Это чтобы эта груда камней упала вся туда. Так просто птица туда не долетит. Наверное. А может и долетит. Попробовать надо. Толкнуть эти блоки надо туда. Да, мы 20 минут, нет, 10, потратили на прохождение 4 уровней. Это вообще как так можно? Ну да, больше нет, больше значков этих не будет. Сегодня это был последний.
теперь надо как-то вот это вот угасить. И у нас... А, не вышло. Ничего, блин. Да блин, ну как? Ну, этих мы точно не загасим, но попробуем. А, нет, загасим. Ошибался. У нас какой уровень? 7-й только? Как же так, а? Давай, ну, поди туда прям. Нет, вот эта вот конструкция очень сильно удерживает ее. А, нет. Не продержалась долго. Но, тем не менее, это нам толку не даст, потому что мы сейчас... Не пройдем это. Блин, и как попасть в тех? Никак. Я так и знал, что это может будет долго. Но прошли. Фух.
Но почему такая загрузка долгая? Да ну ё-моё, ну как же такая? Какой это уровень? 9 только. Уже час прошел. Почти. Это другое дело уже, блин. Да, это будет непросто. А, все? Отлично. Ну, час уже прошел, блин. А вот с этим бронем уже будет сложнее. Надо попасть в те динамиты. Заткнись, заткнись.
Да, час прошел. Но это же все вроде. Куда ж ты ускоряешься-то раньше времени, а? Какой уровень, кстати? 15? Ну, уже осталось немного. Но последний уровень там реально сложный. Хотя, мне кажется, посложнее были уже. Значит, пройдем его тоже. Ну дохни скорее. О, только это не очень я сейчас удачно стрельну. Как до того свина-то добраться, а? Ого, не часы уровень, блин. Постреляем. Не очень удачно, но сейчас постреляем. Камни. Да что ж ты будешь делать, а? Ладно, давайте другую возьмем. Ну и осталось как-то до тех пасть. И у нас опять ничего не вышло. Блин, а вот это не долетает до туда. Не долетает.
деревья. Надо этот камушек разбить, чтобы они полетели дальше. Блин, ну вот как до туда долететь-то, а? Да долетим, наверное. Фух, 1:08. 9 почти. У вас-то уже точно 9. Ну, долго ждать еще. Где конец уровня? Какой это уровень? 17-й? Уровень сложный. Очень. Да блин, ну как же так, а? О, вот это интересный уровень. Тем более, вот где-то здесь было яйцо золотое. Но здесь нет золотых яиц. Надо всего лишь
динамит и попасть в эти. Так, осталось всего два уровня. Наконец-то. Я уже задолбался играть. Ну и последний уровень остался, он довольно-таки сложный. Ого, с первого раза прошли, ничего себе, а я думал, мы сейчас будем париться очень долго. Это тоже муляж был. Но яйца мы забрали. Такой вот, короче говоря, Angry Birds суром. Три новых уровня открылось вот здесь. Ладно, в следующей серии мы будем проходить, она будет в следующем году только уже, если Angry Birds Chrome можно будет поиграть после закрытия Flash. Надеюсь, она действительно написана не на Flash. И ее можно будет еще поиграть по-прежнему в следующем году. Мы будем проходить эпизод Danger Above. Потом будем проходить Cherry Blossom. Потом Esther X, Summer Picnic. Потом The Big Setup. Потом Moon Festival. И последняя серия будет по Trick or Treat. Нет, последняя серия будет по, вот по этому. После Trick or Treat. Ладно. На этом все. С вас лайкос подписывался. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте. С наступающим Новым годом и всем пока.